Пацаны там люто рубятся, я вижу, среди зала. Танцевальная, чё? Кап-кап-кап-кап! Половине зала я испорчу сейчас настроение печальной песней. Ну а сейчас моя задача вам его поднять наоборот. Так. Сейчас посмотрим реакцию. Если вы посмотрите назад, ползала нету просто. Они все просто свалили. Мы это здесь. Мы это здесь, да. Не заслушали. А вы просто подвинулись все поближе. Плотнее стали. Возбуждающий бежит, да? Окей, поехали теперь поднимать настроение. Самая
телескопом, звезды собирая скопом, я бессонными ночами размышляю о луне. В окулярной пинагоге высыщет мои просторы, на меня волнует, что там на обратной стороне. На обратной стороне может быть шумит ли слою, лес, который мы с тобою не видали и во сне. На обратной стороне может быть бушуют краски, что ни в жизни и не в сказке не увидеть мне. Я обратной стороною щедро поделюсь с тобою, чтоб она принадлежала только нам вдвоем с тобой. Снов давно уже не вижу, и луну я ненавижу. Днем и ночью околдован я обратной стороной. Все на обратной стороне. Может быть, шумит ли свою лес, который мы с тобою не видали и во сне. На обратной стороне может быть, бушуют краски, что ни в жизни и не в сказке не увидеть мне. Что-то как-то не прибавилось народу. Может быть, у меня были глюки в начале концерта. Кому надо здесь? Космонавты, луноходы, лунной пыли пешеходы, с точки зрения науки объяснили все вполне. Спасибо большое за внимание. Мальчик, ты чей? Чей сын? Чей сын? Дяденька, можно я с вами поиграю? А деньги у тебя имеются? А у тебя? Незаконно. Нам же путем. На самом деле, группа «Элизиум» в этом году, мы уже начали справлять неделю назад в Рязани и в Туле свой день рождения. Нам в этом году 24 года. А вчера третий день рождения мы справляли в Кирове. И сегодня четвертый день рождения мы справляем во Владимире. Поэтому кто прибухивает, можете выпить, в принципе, за группу «Элизиум» и... Молиться за нас, я не знаю, что вам сказать. Окей, хорошего вам настроения. Сейчас будут супер-пупер хиты, танцевальные не очень. Поэтому продолжаем угорать. Все круто. Ручки ваши, пожалуйста. Только ничего.
части, лишь доска, где же счастье, где те дни, что согревает нас тепло. Любви нет не бокала, но бокала слишком мало, чтобы даже не достало просто сном. Все и ничего, здравствуй, прощай, разошлись, как море корабли. Мальчики, не теряемся. Интересно, почему моё
гости этого прекрасного города. Спасибо огромное, здесь Элизиум!